Смотрите, ну, нас воспитывают по-разному. Вот это как бы половой аспект, да, мы разные. Мы, вот, да, и вот женщины, да, вот мы как мужчины и женщины разные. Есть психологический аспект, есть зона общего, больше, чем вот на этом рисунке. То есть мы там похожи, одинаково. И есть вот разное у нас. И вот разное и в склонности решать, как решать проблемы, и в воспитании, на которое на нас, так скажем, тоже действует. То есть, например, мужчина, он должен научиться противостоять врагу, потому что основное его качество есть мужественность. Правильно? Ему страшно, извините, он там уписывается, да, укакивается, а он должен пойти в бой. Понимаете? Значит, он должен проигнорировать то, что он чувствует. Научиться игнорировать то, что он чувствует. Научиться игнорировать дискомфорт. И я победил. А сказать, я не победил, да, и мне нужна помощь, для него еще с там детского, потом подросткового возраста, это как бы поражение. Это вот, да, вот у него там вот, ну, свой такой механизм. Я должен быть победителем. И вот с этой позиции, конечно, сложно идти за помощью к этому самому. Но я даю другую метафору, другое представление. Да? То есть, и оно на самом деле 100% правильно. Есть вещи, которые ты не можешь сам себе сделать. Например, я гениальный хирург, аппендицит сам себе я вырезать не смогу. Понимаете? То есть это не имеет отношения к победителю-непобедителю. Ну, не знаю, почесать себя там где-то, или как, укусить себя за ухо. Есть вещи, которые невозможно сделать. И действительно, то, что касается именно вот глубинного бессознательного, это же закрыто, мы, ну, туда доступа не имеем. Я, например, могу видеть в вас, ну, там, во время общения, во время расстановки, что там, да, и помогать вам это изменить. А сами нет. Это недоступно. Ну, залезть себе там внутрь, ну, опять же, да, в организм, какие там хирурги, которые залазят. Ну, в общем, это невозможно в принципе. Может быть, тогда ему будет легче пойти, потому что то, что ему предлагают, это сам с собой не сделаешь. Больше скажу, я сам с собой тоже это не могу сделать. Понятно? Вот так, может быть, тогда... Вот этот... Вот правильно, Игорь, я понял, вы о том же говорите. Да. Вот этот формат, что мужчина должен сам справиться, он просто здесь неуместен. Тут как бы ты хоть будешь, не знаю, гением, да, психологии, психотерапии, ты сам с собой... Подача и подход может быть разным. Объясните вот это, может быть, тогда он согласится.